Шановні колеги, я із задоволенням відкриваю чергове засідання прес-клубу незалежної медіа профспілки і спілки журналістів України. Мене звуть Юрій Михайлов, я голова незалежної медіа профспілки. У нас сьогодні дуже цікавий гість, хоча ви знаєте, що у нас не цікаве гостей не буває. У нас не просто собі людина, у нас людина фест, Влад Троїцький. Давайте його щиро привітаємо. Фестиваль Google Fest, але також театр. Принаймні, окей, добре, хай це буде моє суб'єктивне сприйняття. Принаймні, я його знаю насамперед через це. Крім того, є театр Дах, який, правда, я прочитав недавно, що він закрився. Якщо це правда, то це дуже сумно, але Влад нам розкаже, можливо, про це. Також є такий етнопроєкт Даха Брахана і багато чого іншого. Я от Влада сприймаю, через своє таке суб'єктивне сприйняття, можна сказати, я свого часу прожив в місті, яке на мій погляд, дуже сприйнятливе. Воно називається Монреаль, Канадське місто. І чим воно відрізнялося від Києва в той час, це було давно, в 93-му році, я там працював на радіо, значить, і воно відрізнялося від Києва. Воно страшенно схоже на Київ, але воно відрізнялося від Києва тим, що там на той час регулярно відбувалися якісь джазові фестивалі, літературні фестивалі, театральні фестивалі, які проходили там буквально щотижня. І мені цього в Києві явно бракувало. І ось 2007 року з'явився такий фестивальний, навіть монстр, я б сказав, як Google Fest, на якому є і театр, і кіно, і література, і музика, і багато чого іншого. І от ми маємо честь, приємність бачити перед собою людину, яка цей фестиваль заснувала, Влада Троїцького. Я йому передаю слово, оскільки і хочу його попросити, щоб він розказав у нас 12 вересня, здається, 14-15 вересня відкривається черговий Google Fest, який триватиме 9 днів. І, звичайно, питання про це, Влад, розкажіть, чим ви нас порадуєте цього разу. Забув. У нас є чарівна співведуча, я зазвичай веду сам, але просто зміна трохи формату, яка знає Влада набагато більше, вона його просто розкладе тут на складові своїми запитаннями. Він нічого, жодних секретів не зуміє такого типу приховати. І Інна Гончарова, яка є учасником проєкту «Спільне бачення». Отже, Влада, що ми чекаємо, що ми побачимо на наступному Google Fest? Розкажіть нам, будь ласка. З ким ви говорите? Ви з аудиторією, з аудиторією. Много чого. Самоотверженный сумасшедший поступок, потому что, как вы понимаете, искусство ничего не дешево. Вот. И у меня была на самом деле техническая мысль, что один раз провел успешно, второй раз провел успешно, третий раз провел успешно, потом, в принципе, город, страна, там, министерство, еще кто-то скажет, да, это наша баня, наше все, и начнет подпирать своим мускулистым государственным ключом эту такую частную инициативу. Но, как мне говорил один из замминистров культуры вечных, он сказал, посмотрите, официальной встрече, такой дипломатической, посмотрите, вот Влад Троицкий такой прекрасный, вот мы ему никогда ничего не даем, а он все делает. И поэтому, говорит, я этим горжусь, говорит. Я не знаю, чем он гордится, но тем не менее, это вот такое какое-то немножко странное поведение, оно, конечно, обескураживает, потому что делать фестиваль в зоне подвига, чтобы понимали, что вот сейчас происходит, да? Команда фестиваля – это люди очень небогатые. Я бы даже сказал, что у многих вообще физически нет денег, чтобы положить деньги на счет.
Бюджет фестиваля на данный момент нет. Эти люди, там это 15-20 человек, которые находятся в оргкомитете, сейчас делают это вообще на грани выживания физического. То есть они не едят, и ресурса нет. И это на самом деле сумасшедшие, сумасшествие. Это мой был импульс к сумасшедшему, думаю, ну слушайте, раз все говорят, нужен Гугольфест, вы говорите, нужен Гугольфест, замечательно, нужен, вот давайте его вместе сделаем. И главный лозунг этого года фестиваля, друзья, присвойте Гугольфест, мне по постсоветской традиции украл кусок провода, да, и утащил, вырубил все село от электричества, да, и у себя там продал на металлолом и пробухал это за полдня. А все-таки попробую сделать то пространство, которое, ну, не знаю, как вам, но мне просто катастрофически не хватает в Украине. Я когда возвращаюсь в Украину, мне здесь душно, мне здесь просто нет места, где я могу увидеть системно нормальных людей. Да, то есть это вот момент, когда ты хочешь вот прийти и не увидеть заплывшие от пивка в озерышке, да? Или неуниженное маргинальное сознание забитых наших интеллектуалов и на самом деле приличных людей. У нас все приличные люди постепенно сползают в зону маргинеса. Да? Ну, потому что не из-за того, что они маргинальны, а потому что к ним отношение социума и медиа маргинально, да, то есть ты включаешь любую дырку, да, образ. Я сейчас чуть ухожу в сторону, но потом вернусь к Гугольфесту, не беспокойтесь. У меня образ медийный, что такое медиа в нашей жизни. Это примерно ты стоишь перед пятиметровой фекальной трубой, и оттуда вот это льется. А ты хочешь взять, попить водички, да, со стаканчиком воды. Ну, там, конечно, есть вода, но при этом есть вот это вот все, которое льется вот это. Да? Хорошая характеристика журналистики, правда? Если вы возьмете любой новостной портал и проведете мониторинг человеческих новостей, и там кто-то убил, изнасиловал, украл, сбежал, и прочие такие радости из жизни политического нашего вагона, ты поймешь, что там герои, нормальные люди, учителя, врачи, настоящие художники без скандала, да, философы, ученые, их там просто нет, это как класс не существует. Это, вот поэтому я говорю, они маргинальны. Более того, они ближние, потому что так как нет уважения ни в социуме, ни в медиа к ним, что такое учитель? Это униженное существо, которое в Киеве получает 3000 гривен по максимуму. Все знают, что такое 3000 гривен в Киеве. Это такое, немножко жестко. С абсолютной такой подавляющей монополией директора, который такой же раб, там сидит еще на всяких леваках, но у него там 6000 гривен или 7000 гривен, такой же униженный раб. И который себя районом, да, это вот империя униженных, забитых людей, притом есть нормальные учителя, безусловно. Но есть вот эта вот постсоветская система рабства, с которой ты просто не понимаешь, как. То же самое, что медицина, если вы когда-нибудь приходили в больницу, вы понимаете, о чем я говорю. Есть герои врачи, есть герои учителя. Но система говорит, что, ребята, будьте уродами. Вот это вот апофеоз уродства. Поэтому Гугольфест. Я почему говорю про Гугольфест и говорю о том, что присутствует. Нам нужно делать свое пространство. Безусловно, Гугольфест это не панацея, да, не скажем, заменим. Вот вся Украина в эти там 9-10 дней, да, концентрируется. Но, по крайней мере, сможем ли мы защитить, то есть присвоить, это значит понять, это твое пространство, ты его защищаешь тем ресурсом, который у тебя есть. Неважно это, профессиональный ресурс, как у журналистов, денежный ресурс, может быть, там и деньги нужны, потому что реально нужны там, взять ту же технику, еще чего-то.
книга много чего. Организационный ресурс, там куча ресурсов, которые нужны. И это защитить эту территорию, прийти туда и попробовать создать те такие проекты, которые бы жили дальше. Да? Не только они могли бы быть благодаря, к счастью, там, все равно социальному единому интересу к этому событию. Да? Нужно как это, развернуть парус своего проекта, и чтобы тебя понесло дальше волшебное будущее. Вот это вот краткое содержание идеологической составляющей Гугенхауса. Что конкретно? Вот если мы будем рассматривать, какую бы программу, какие у нас будут звезды, это потребительское отношение. Вы рассказываете, а чем вы нас развлечете? Мы развлечем вас. Но если вы будете как бы пассивно отходить, то это будет пассивная история. Это будет ничем не отличаться, там в следующем году у вас будет сигет, вы потратите 200 евро, если захочете, и получите на Турханово остров и полувырубанный остров. Да, не будет счастья. Будет вам счастье. Если вы все-таки подойдете к этому созидателю, еще раз, созидатель, тут я надеюсь, не, как это, не потребительское сознание, различить как-то, поразвлекайте нас. Я о программах потом отдельно расскажу. Музыкальная, театральная, визуальная, это все будет. Да? Но главная составляющая идеи, художественная идея этого фестиваля, это храм. Ну, храм не конфессиальный, да? То есть не московский, украинский, там, например, патриархат, да? Ничего такого, ни буддисты, ни там, иудеи и так далее. Это храм, если мы создаем свой мир, мы создаем все это, мы создаем, да? Не вы создаете, не я создаю, мы создаем. В этом месте должно быть некое сакральное место, которое связано с метафизичностью жизни, мистичностью, духовностью, простите за столь пафосные слова, но без них, к сожалению, невозможно. Они, конечно, девальвированы, дискредитированы, но надо о них все равно говорить, потому что если не о них, то о них разговаривать. Итак, храм. Тем более это как бы совпадает с тем, что пространство самого главного корпуса логического завода, это, как бы, напоминает очень трехнефовое католическое пространство. Ну, говорю католическое, ну просто потому что напоминает. Действительно, это стеклянные стены, какие-то громадные, центральный неф, ну то архитектурные термины. В общем, поймете, если не поймете, прогуглите. Итак, есть центральная. Это большое, 7500 метров. Я даже не знаю, есть ли такого масштаба религиозные храмы в Москве. По-моему, нету. По-моему, точно нету. Поэтому мы тут храм человека, храм достоинства, храм свободы, храм уважительного и осознанного отношения друг к другу. Как это, ни иждивенческого, ни инфантильного поведения. Да? То есть не такое поведение, сделайте мне что-то, а я вам как сейчас вот проявлюсь себя как художник, дайте мне. Да? Вот это вот, этого тут нет, потому что нет. Да? Вот этого инфантилизма нет. Это осознанное, ответственное отношение сначала к своей жизни. Научиться ответственно относиться к своей жизни. Потом понять, что одному это, конечно, замечательно, но человек – существо социальное, и нужно выстраивать свой мир, да, который ты. Вот для этого мира нужна вот эта вот священная территория. То есть там не будет ритуалов, то есть там это не секта, еще раз, никакого вот этого безумия. Да, вот, ну, но по крайней мере ответственное отношение. Поэтому один из первых этапов, который, кстати, начинается завтра, начинается роспись стекла этого храма. Художники делали заявки и там, краску нам дали, содалим. И вот мы привозим туры, и завтра начинается роспись 2500 метров стекла. Это будет красиво. Вы заброшите журналистику? Куда? На фестивале. Нет, это дело, это руками грязная работа. Это работа, да, там же сейчас все, если кто журналист хочет приходить, Павел, you welcome, как говорится. Для журналистов у нас будет свой парад аттракционов, который вы можете
как это будет проходить, будет для журналистов спецразвлекаловка. Я это расскажу. Вы, я с вашего дозвола, вы замалювали за одного боку оптимистичную картину, тобто все одно фестиваль існує поза всякі перешкоди і несприятливу атмосферу в суспільстві, а з іншого боку песимістично, тому що досить складно все одно продовжувати цю справу. А от може, і це не державний фестиваль, але от мені згадалося недавній скандал, який певною мірою, мені здається, є певною метафорою того, що відбувається зараз у нас в фестивальному русі, в державній підтримці і такі інші. Тобто це відомий скандал, коли організаторка цього дійства «Все велике», чи як воно там називалося, вибачте, я забув, вона взяла, замалювала картину одного художника, бо, ну, очевидно, з питань цензури. І стався, про це писала преса, і про це говорили, і розповідала про бачення, і більше. Тобто, чи не здається вам, що нинішні, можна владці, нинішній якийсь клас новий, можливо, вони потребують сервільного мистецтва, яке обхвалило їх, яке розповідало про те, що все навколо красиво, і через це, скажімо, ваш фестиваль, який незалежно від держави, і, можливо, від смаків оцих можновладців і у цього класу, які проміжні можновладців, що це скандальная опять история вот с этим несчастным мужиком, даже не хочется углубляться, все понятно. Если ты попадаешь в государственные программы, тем более там 1025 чего-то, да, дата это волшебная, и вот это же, ну, на самом деле, концерт, который был здесь, ну, как для меня это такое соединение мракобесия с сатанизмом, такое какое-то, почему здесь христианство, ну, очень сложно понять, на это потрачено безумные деньги, да, вот, ну, тут же был, да, я на секунду включил телевизор, и ужас был, у меня обаял, обаял душу мою. Но что касается этого, ну, тут, конечно, само по себе вопрос был очень странный. Как можно современных художников, то есть актуальных, которые, ну, в принципе, работают на, ну, частной энергии скандала, запускать столь пафосное государственное учреждение мероприятие? Ну, это какой-то... И понятно, что Наталья Заболотная была пухой. Она оказалась людоциной и харибной. Потому что понятно, что кто-то пришел за 3-4 дня до этого и сказал, ты что, с ума сошла? Я, правда, ну, я это не уверен, но я думаю, что так и произошло. И у нее выбор, это стена, да, об этом пошел скандал, и что делать? И вот у нее были, ну, ультимативные истории. И я ей просто жутко сочувствую, хотя, ну, я просто понимаю, что она оказалась в безвыходной ситуации. Я вспоминаю свою такую же глупую ситуацию, когда при предыдущем президенте бегал начальник его этой ДУСИ, и там тоже был прием ГБРР во время Гугл-феста, ему там не нравились какие-то письки на картинке. Он говорил, это все, божественный глаз просто будет там, не знаю, что с ним будет. Хотя это было вообще неофициально. Все, это неинтересно. Это не интересно. Каким бы у вас были Гугл-фест? Вы сказали, что бюджет фестиваля был. И там есть 15-20 человек, которые не спят, не едят, все время что-то делают. То есть на самом деле самым главным для создания фестиваля является человеческий ресурс. А, я говорю о другом. Я говорю о том, что может, если не получится в этом году, ну как бы не получится перейти в системную нормальную историю, благодаря тому же называемому гражданскому обществу, если она у нас есть, то тогда фестиваль будет жить. Если его нет, ну как бы если все-таки преобладает авторское сознание, да, такое идиллическое, то тогда я скажу, ну, на нет как бы и сюда нет. Все, друзья мои прекрасные, это был последний раз. Но есть как бы хороший тренд, потому что на самом деле я слышу фидбэк от людей, которые понимают, что это нужно поддержать. Другое дело, что возможно, ну, просто это быстро, да, ну, грубо говоря, завтра нужно там 10 тысяч гривен для того, чтобы привезти туры. Ну, это физически, да, нужно делать залог, и нужно их привезти. 10 тысяч гривен где-то нужно взять. Я должен их у кого-то взять в долг. Ну и так далее, то есть начинается.
завести технику для того, чтобы сделать открытие и так далее. У нас такие-то деньги. Туалеты, биотуалеты. Ну, вы понимаете, это все, кроме героизма, нужно еще материальная как бы составляющая. Слава Богу, Анатолий Юрьевич со своей стороны бесплатное помещение вкладывается в инфраструктуру. Слава Богу, Евгений Уткин, еще у него есть возможность делать свою как бы программу, мастер-класс, классическая музыка. Это 12 или 14 концертов клубнической музыки. Слава Богу, они обеспечивают еще охрану, да, то есть это все, слава Богу, да. Там есть, чем-то подпирает Samsung, тот же Садовин краской. Но пока вот этот вопрос, как бы, базового бюджета, да, хоть какого-то минимума. А, безусловно, зарубежные всякие институции, потому что они понимают, что это очень серьезный, ну, на самом деле, один из культовых фестивалей коммуникации с миром. Вот, ну, и поэтому и польский, и французский, и бритиш канцл, и Гёте-институт, и русский центр, и чешский центр, и испанцы, ну, там, 15 стран участвуют в этом фестивале. Только сейчас, на данный момент, при том, что мы делаем шоу-кейс молодой режиссуры для рамках сотрудничества с чеховским фестивалем Москва. То есть, на самом деле, в этом году еще там 8 или 9 программ. Это эко-программа, это программа высокотехнологических ремесел, это очень развитая детская программа, которой мы очень большое внимание уделяем в этом году. Образовательная программа, просто сумасшедшая, там больше 80 мастер-классов и всяческих. То есть это все сделано, она запущенная работа. Да? Но для того, чтобы это все сложилось, вот, поэтому, да, с одной стороны, мы делаем платный код, опять, журналистам. Когда вы пишете, все, Google Play становится платным. У человека, ну, сознание включается, говорит, вот все, там, барыги хотят заработать бабло. Не так, это твой взнос, да, это такая же форма защиты, минимальная, которая будет говорить, ребята, вот 50 гривен на открытие, это небольшие деньги, а 20 гривен выходные дни. Это даже, это не покрывает эти все расходы. Но это чуть-чуть облегчает нам жизнь. В принципе, это, конечно, если, опять же, сидит вход на один день, если вы знаете, не знаю, 50-80 евро, то есть это 500-700 гривен, то тут мы говорим 50, да, в 10 раз меньше. Чуть-чуть, понимаете, да, и это не развлекалочка. Другое дело, то есть формулировки, я понимаю, скандальные броски, вот, так же, как Дак закрылся, переехал на выдачу. Да, это вот прошел по всему интернету. Ты никуда не переехал. Это завод, там невозможно жить в театре. Для того, чтобы обеспечить театр, это нужно купить оборудование, на которое нужны деньги. Да, это нужно, чтобы люди туда пришли и выстроить инфраструктуру. Одно дело фестивальная история, где арендуется оборудование. Если вы все знаете, да, сколько это стоит, можете поэкспериментировать и посмотреть, сколько стоит сцена, сколько стоит свет, звук, и тогда вы поймете, о чем я говорю. Театр, потом расскажу о Дахе, если кому интересно. Сейчас про фестиваль. Вы говорите про Дахе, вы говорите про Индатус, а вы можете ставить свой да, вопрос. Да, вы говорили, что в каком-то из интервью, достаточно давно, вы говорили, что фестиваль подобного Будафесту ни в Европе, ни в мире не существует. Не существует, да. Это связано с его идеологией или это связано с его мультиплатформой? Это связано и с тем, что он не специализируется на чем-то, да, это не театральный фестиваль. Это вот нам удалось создать такое пространство, как бы синергию, да, когда это объединяет и размыкает все эти компании художников, будь то литераторов, киношников, в единое поле. Они не сидят на своих кутерках. И создается на самом деле та публика, которая приходит на Бургерфест, наверное, она чувствует низкими, да? И она становится таким же элементом, составляющим фестиваля.
фестиваля как, ну, как художник. И когда мои друзья, там, знакомые, те же интерпренеры, европейские и русские приезжали, они говорили, что вам удалось создать такую атмосферу фестиваля, которой, собственно, нигде фактически нет. Даже романтическим театральным не больше понятно. Хотя, ну, например, Авеню, да, или Ленин. Собственно, все, которые туда приезжают, есть там две составляющие программы. Это то, что финансирует французское государство, Авеню. Ну, там бюджет официальной части фестиваля 20-25-30 миллионов евро. Да? То есть это вы понимаете, да, там масштаб. Так вот, это одна составляющая. Помимо вот этой официальной программы, где-то 1000-1200 спектаклей офф-программ. Что такое офф-программа в Авиньоне или Эдинбурге? Это один. Это любой театр с любой стороны мира, неважно, там никто этого не отбирает. Арендует себе пространство за свои деньги. Арендует технику за свои деньги. Платит входной взнос в фестиваль, чтобы его вставили в буклет. И после этого надеяться, что его купят. Вот, собственно, идея офф-программы, ну, то есть открытой программы Эдинбурга или Авеню. И что, если никто из вас не был в этих городах во время фестиваля, что это происходит? Ты сидишь на улице, пьешь кофе. Через каждые где-то секунд 15 к тебе подходят, ну, как-то странно одетые люди и дают тебе флаеры, рекламу своих спектаклей. 95% это смотреть нельзя, это просто рак глаз. Но это дает эту атмосферу, ну, такую волшебную атмосферу, фестиваль. Рынок, но все равно это рынок. На Гоголь-фесте точно нет рынка. Поэтому этот бессмысленный и волшебный акт дара, то есть альтруистический дар художника, в этом есть какая-то, ну, не знаю, в этом есть какая-то вот эта волшебность, да, вот это вот обаяние, бескорыстность чего-то. И от этого и другой взгляд публики. Она готова встретиться с человеком, ну, с художником. В этом, ну, мне кажется, это наша особенность. В этом году тоже будет, я решил сделать такую программу. То есть последний день, но сейчас уже заявок настолько много, что будет еще, наверное, один день, когда главный корпус, ну, вообще вся территория фестиваля, главный корпус будет отдан на откуп театру. То есть мы создадим программу, ну, то есть они будут в разных локациях, сама, то есть без никакой нашей поддержки, будут играть свое искусство. Что это будет, не знаю, но думаю, что раз уже 40 театров, каждый театр это минимум 3 человека, 120 человек будут что-то делать. Думаю, что, наверное, кто-то из них будет даже хорошо. Ребята, вопрос можно, если можно? Да. Влад, вы когда-то говорили, помните, еще лет 5 назад уже говорили о том, что, ну, ребята, эпоха денег заканчивается, начинается эпоха альтруизма. Может, вы этого еще не ощущаете, но уже что-то там происходит. Вопрос. За эти 5 лет вообще что-то произошло? Куда-то мы подвинулись? Ну, как минимум, мы постарели. Это раз. Да. А мы повзрослели. Да, повзрослели, постарели. Второй момент. Безусловно, что-то происходит. Да? Это есть, ну, как бы, это не такой быстрый процесс. Более того, эта цивилизация денег или потребления, она, безусловно, очень сильно, как это, она инерционна и очень защищается. Потому что, ну, понятно, любой корпорации выгодно, чтобы ты купил, например, компьютер, да, и желательно через, ну, год его выбросил и купил новый. Ну, это нормально, да, там, или лампочку желательно менять почаще, ну, все что угодно, да, то есть тебе вот такая, как бы, система. Но я уже вот, ну, там, ездя по всяким границам, по Европе, общаясь, ну, с образованными интеллигентными людьми, понимаю, что
вот это вот наносное все, все вот такое потребительское отношение к жизни, оно все, все больше и больше уходит как бы на периферию сознания. Все больше и больше становится приоритетом все-таки какое-то уважительное отношение к жизни, уважение, уважительное отношение к профессии. Здесь, конечно, все немножко сложнее, потому что, по идее, это должно было бы быть такой системой протекционизма государства. Да? Государство должно было приоритет ставить, вот то, что, что, то, о чем я говорю, учитель, врач, ученый, культурный работник, это те люди, которые системно образуют государство, они должны быть защищены, лоббированы чиновниками. Но у нас такое нет, да, у них своя свадьба, насыщенная на полнокровная жизнь, с бегством, там, с прошлетами, ну, в общем, просто прелесть такая, да. У нас своя жизнь. И вот, ну, если мы сумеем сейчас это сделать, вот эту вот цивилизацию, это же не вопрос куда-то туда, это вопрос и к вам тоже. Вы по себе это чувствуете? А то вы мне как это, оракул какой-то. Я говорю, оракул, цивилизация денег. Вот у меня денег стало намного меньше. Я не могу, например, точно там, не содержать дах толком, не могу, например, вот если раньше я там долго что сделал, понимал, что, например, могу закрыть дырку, сейчас я понимаю, не могу закрыть дырку, неоткуда. Или опять брать кредит, а потом мучительно выхаркивать его несколько лет. У меня такое нет возможности. Вам тесно, когда вы возвращаетесь в Украину, а у вас не было мысли, вот такой фестиваль открытый, аналогичный, как в Европе, где пространство обучения совсем по-другому дышит? И да, и нет. С одной стороны, вот мы уже два раза проводили его в Перми, да, по приглашению, как это, город арта или современного искусства, да, столица, как его называл, да, Марат Гельман, да, позиционировал. Вот. На самом деле вот есть предложение, ну, там, был, по крайней мере, серьезный диалог с Садовым и с мэрией Львова, чтобы сделать какой-то такой объединяющий фестиваль во Львове. Это было бы, наверное, очень правильно. Вот. И в Венгрии, в Будапеште тоже, это, как мой друг, соратник по партии Атила Веденский стал под руком Национального театра Венгрии, там будет разговор. Точно будет, есть диалог, как это ни странно, в России. То есть центр Мейерхольда, мой учитель, друг Боря Юханана стал под руком театра Станиславского, Клин стал под руком центра Казанцева. Тоже, я понимаю, там да. То есть вот туда можно двигаться, тут по к чему? Почему? Потому что создаете. Потому что живу я здесь, и я пока верю. Ну, потому что на самом деле, ну как, вот у меня сейчас какая, говорит, вот это, ну там были у меня определенные проблемы в моей, как это, физической жизни, и вот я когда очнулся, я подумал, ну как, конечно, я могу реабилитация, да, может быть какая-то, да, то есть мне нужно было, там, ну, грубо говоря, 2-3 месяца, ну, за путешествие вообще ничего не делать, как мне сказали врачи. Но я думаю, как бы нельзя, да, нужно мобилизовать себя, выставить себе, как бы, ну, немножко вызов себе, да, ну, как-то не... Хотя сейчас у меня возникает, честно вам скажу, это открыто, возникает сомнение, что мне не хватает физических сил. Я быстро устаю. Ну, это из-за здоровья. И это непросто. Как себя мобилизовать, когда такая, ну, как бы жесткая ситуация? Почему? Ну, это испытание, это, ну, это как бы жизнь, да? Это моя жизнь. Это же жизнь моей жены, которая смотрит на меня, мы говорим, ну, будем стоять. Вот это стояние, не жертвенность. Только не хотелось бы там миссионерство, жертвенность, это какая-то просто, ну, не хочется спекулировать. Я просто объясняю свою позицию, почему я говорю об этом. Не хотел, но понимаю, чтобы не было недомолвок каких-то, поэтому чуть об этом говорю. Почему так все остро собралось в этом, для меня в этом году, не знаю. Это испытание для меня, да.
Что я буду делать дальше, не знаю. Вот это мне интересно. Ну, мне интересно и по отношению к своей жизни. Мне там в следующем году будет полтинник. Ну, такая, тоже Рубикон своеобразный. Но, с другой стороны, этим летом у меня было такое событие, я почувствовал, мне сдали карты заново. Да? То есть у меня был шанс, что партия закрыта. Да? Все. И вот тебе говорят, вот тебе еще раз поиграй. Что это такое? Как с этим временем, которого у нас нет? Да, у нас нет времени. То есть мы как атеистические люди, живем как будто мы бессмертные. Нет, да, понятно, времени просто катастрофически нет. Что ты с этим временем, со своей жизнью делаешь? На тот или ее свою жизнь тратишь? Бесценные секунды, часы, дни и месяцы. Это вопрос, это у меня нет на это ответа, друзья. Я просто честно вам скажу, такой мучительный вопрос, который я каждое утро себе задаю и пытаюсь идти. Кто не поверит, можете вам рассказать. Это просто слово. Вы говорили, когда мы с вами интервью, что делать нужно только то, что нужно нашим детям. Нужно ли нашим детям то, что мы делаем, и то, что мы... Это, конечно, очень серьезный и страшный вопрос. На самом деле страшный вопрос. Потому что можно себя кормить иллюзией, что ты делаешь волшебное, бесконечное, нужное. А детки скажут, слушай, папа, пошел ты, видишь, мне там айфончик дай. И вот оно будет мое счастье. И это, наверное, это опять у меня скорее это больше вопросы. Наверное, это мы можем защищать ту цивилизацию, о которой мы мечтаем. Не навязывать детям, но по крайней мере, честно говорить и перед собой, прежде всего, перед собой, да, и потом попробовать выйти на честный. Не нравоучительный, не менторский разговор с ребенком. Если тебе это удастся, то это твой, как бы, тогда это правда. И чтобы он выбрал. Потому что понятно, что если ты говоришь, там, слушай, сынок, там, дари вечное доброе, слушай, папа, пошел ты, да, вот мой брат, не брат, а мой одноклассник, у него там привозит его на Паршаке, и вот его счастье, да, и вот он отдыхал там в Швейцарии, и все. Вот и жизнь. Понятно, нам здесь это гораздо сложнее, очень сложно, потому что тебе навязывают, если так честно, то, что говорил про пятиметровую, это пятиметровая, в которой или убийство, или невыносимое жлобство с паршаками и прочими, да, этими цинизмами отвратительными. Ну, Губерфест, это очень большая часть культурного процесса в Украине, наверное, не один человек, ну, даже те, кто не были никогда в жизни на Губерфесте, все равно не услышали, как минимум. Но ведь Гогольфест это только часть процесса. А вот как вы воспринимаете в целом культурный процесс в Украине? Имеет ли он перспективы? Какие у него сейчас особенности? Как обречена в него молодежь? Что вообще от этого ждать? Тут есть как бы и плюс тренды, да, и отрицательные. Плюс тренды. И все меньше и меньше иллюзий у людей, которые занимаются культурой, что кто-то что-то им даст. То есть другое дело, что это переходит или в пассивный инфантилизм, да, то есть, ну, как бы, никто меня не любит, не жалеет, может, я немножко некрасив, и с этой песней спокойно втыкаешь в интернет и актуализируешь себя в Фейсбуке, да, копя всякие лайки и думаешь, какой я все-таки крутой у меня там. 800 френдов, а если у тебя 2000 френдов, то это супер крутой пользователь. Ну это понятно, это тотальный симулятор, и это я даже себя ловлю на мысли, извините, иногда. У меня я не в Фейсбуке, и так делаю это принципиально, но когда вдруг какой-то читаешь комментарий, да, понятно, какого-то злобного графомана, или какая-нибудь злобная Карла напишет какую-то пункту, а ты на это реагируешь. Это вообще какой-то ужас. Как это может быть?
ты с этим человеком, если бы столкнулся, ты понимаешь, что вряд ли бы с ним разговаривал. Он за каким-то анонимом, да, ником каким-то, выливает свое испражнение в интернет. А ты на это реагируешь. Это какая-то самоубийственная дурня какая-то. Я даже не понимаю, почему это так происходит. И понимая это, все равно это происходит. Бред. Поэтому стараюсь вообще интернета по минималочке пользоваться. Вы включаетесь, пожалуйста, вы так молчки слухали, вы пройдете участие в тему. Я думаю, что вам есть что сказать. А вы заграничите, а вы на какие-то темы. Хорошо. А вот то, что люди поняли, что им никто не поможет. Да. Вот второй момент, да, потом, для того, чтобы это превратилось, это хорошо, что с этим делать? Для того, чтобы это, проблемки сообразования, да, для того, чтобы вообще хоть чуть-чуть сказать что-либо в культуре, да, нужно понимать тут называемый контекст. Потому что ты, конечно, можешь что-то себе тужиться, изобретать все маленькое, как бы, прекрасное колесико, да, в своей деревне. И это счастье, слава Богу, да, хоть что-то. Но, в принципе, все-таки неплохо было бы быть в диалоге с миром, адекватном диалоге, абсолютно ясно понимая свой, культурный контекст. Да, вот это было бы, как бы, прекрасно. Будь то по музыке, будь то там по киношке, и будь то там, театр, все что угодно. Для того, чтобы это происходило, вот тут чуть-чуть более образованные люди, они должны сформировать эту среду интеллектуально-аналитически критическую посредством там, нового типа медиа, если вы захотите могу рассказать эту систему, которую я там придумал и надеюсь, она как-то будет реализовываться. Вот. Есть еще момент мобилизации. Как, есть технологии, как быстро и сильно мобилизовать людей, чтобы у них ушло это термин УГ. Молодежь знает, что такое УГ? Но не молодежь унылая, дальше попробуйте дальше расшифровать. Да. Это на самом деле такой тренд тоже среди молодняка, который говорит. Так вот, чтобы из этого состояния немножко выйти, да, есть определенные технологии, как себя мобилизовать. Это так называемая технология вдумчивого погружения в интеллектуальное, духовное наследие человечества в течение там, 5 дней. Вот это вот так называемая, есть базовая серьезная система Aspen, которая, если кто не знает, посмотрите, да, и есть такая, немножко шот-версия, да, это нельзя называть корректно Aspen, это использование этой технологии, потому что та технология для взрослых людей, автора 35, после 35, а то, что вот мы предлагаем, и это будет программа запущена с 24-26 августа. Там будут разные программы. Говорю, может быть, некоторые запустятся с 26-го. Там разные, девочка. Значит, это вдумчивое пятидневное погружение вот в такие тексты от Аристотеля до Гавела, Индира Ганди, Гоббсов, Марксов и прочего. Да? То есть такие вот базисные тексты европейской цивилизации, связанные с природой человека, связанные с природой собственности, ценностные категории. Вот. Когда не лекции читают, а ты сам ротом своим, да, говоришь по поводу на эти темы. Каждый текст обсуждается там, в разных телетах, от 30 до там, 50 минут. Это с 10 до 8 вечера каждый день, 5 дней. Ты при этом еще занимаешься практическими какими-то штуками, художественными, социальными. И самое главное, мы в эти группы даем сверхзадачу по Станиславскому, по специальной или большой художественной, или социальный, или культурологический проект, который ты можешь подготовить после окончания фестиваля, до фестиваля, да,
от 2 недели до 2 недель, в зависимости, когда это 26 или 2, 26 августа или 2 сентября это начнется. Что, и получив вот то, что я в начале пункте говорил, социальный ветер внимания. Обычно молодняку очень сложно делать стартап, потому что никто не заметит. Да, это ни журналистов нет, ни там, ни людей нет. Вот, ничего нет, да. А тут есть у тебя все. То есть вот на Говорфесте есть у тебя возможность за эти 5 дней. Мобилизованная компания, в которой там 20-25 человек, обсудить, сделать такое, слово не люблю, но использую, брейнсторм, да, то есть когда интеллектуальный ты, потом отрабатываешь модель, притом там приглашаются все, это не только художники, режиссеры, да, а это и айтишники, это молодые бизнесмены, это может быть, это даже более интересно, если бы это была так называемая длинная.